Это рюкзак Bobby Pro. Новая модель, очень классный, технологичный, интересный. И поэтому хотелось бы вам вкратце про него рассказать, показать. Не проматывайте, думаю, вам понравится. Интересная вещица. Выполнен в таком минималистичном виде, но при этом, во-первых, это ряд преимуществ у новой модели. Во-первых, он уже 18 литров вмещает в себя, более лучшее распределение веса вещей. Плюс, как и предыдущая модель, он выполнен из материала, устойчивым к порезам. То есть и все карманы, все молнии, все спрятано. Сам он стал более, как видите, такой округлой формы, поэтому стало проще открывать замок на молнии. Вот. Здравствуйте, у вас есть новое поступление сумок? Здравствуйте, конечно, есть. Покажите, какие у вас новые сумки есть. Новая коллекция сумок. В отличном виде, но при этом, во-первых, это ряд преимуществ у новой модели. А какие сумки у вас новые есть? Покажите вон ту сумку. Плюс, как и предыдущая модель, он выполнен из материала, устойчивым к порезам. То есть и... Нравится она тебе? Сколько она стоит? О, 100 рублей. Сколько? 100 рублей. Ты что, охуел, блядь? О, 100 рублей. Добренько. И божий дунь, эсти гомо. Эсти гомо, и божий дунь.